Привет, друзья! Сегодня готовим французский пирог киш с курицей и грибами. Это открытый пирог с большим количеством начинки, с основой из песочного теста и заливкой из яиц и сливок. Это не только вкусная, но и красивая выпечка, которая непременно займет почетное место на праздничном столе. Очень вкусно! И станет прекрасным вариантом для вкусного обеда и сытного ужина. Пирог можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Обязательно попробуйте приготовить! Нам понадобится 1 средняя луковица или половинка большой. Нарезаем мелким кубиком. Грибы 400 грамм. Нарезаем пластинками, не мельчим, чтобы они лучше чувствовались в пироге. Куриная грудка 300 грамм. Предварительно необходимо отварить и оставить ее в бульоне до момента приготовления пирога. И нарезаем ее большим или средним кубиком. Сыр 150 грамм. Натираем на крупной терке. Займемся тестом. Муки нам понадобится 320 грамм. Желательно ее, конечно, просеять. Добавляем 1 чайную ложечку сахара и 1/2 чайной ложечки соли. И все хорошо перемешиваем. Сливочное масло ледяное, оно должно быть очень-очень хорошо охлажденным. Понадобится нам его 160 грамм. Соотношение муки и сливочного масла 1 к 2. 160 грамм сливочного масла, 320 грамм муки. Натираем сливочное масло на крупной терке, периодически перемешивая с мукой. Натерли. И теперь перетираем масло с мукой до образования мелкой крошки. Масло можно нарезать ножом мелким кубиком и также перетереть с мукой. Одно яйцо, немножко взобьем его и добавляем к муке и маслу. И все быстро перемешиваем. Чтобы замесить тесто, нам понадобится ледяная вода. Очень-очень холодная. Но не спешим ее добавлять. Ее может понадобиться от 1 до 4 столовых ложек. Мне понадобилось всего 2 столовые ложки холодной воды. Добавляем и быстро-быстро замешиваем тесто. Формируем шар, немножко его так сплющиваем и убираем в пакет или пищевую пленку. И отправляем в холодильник на 1 час. Можно меньше, но не менее 30 минут. Займемся начинкой. Сначала обжариваем репчатый лук. 1-2 столовые ложки растительного масла. Выливаем на сковородку и обжариваем наш лук до золотистого цвета, периодически помешивая. Как только лук у нас стал золотистым, снимаем его со сковороды. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и обжариваем наши грибы. Грибы выделяют очень много воды, и если бы мы жареный лук оставили в сковородке, он бы у нас сварился. И это повлияло бы на вкус нашей начинки. Периодически помешиваем. Как только грибы готовы, возвращаем в сковороду наш золотистый лук. Перемешиваем и солим по вкусу. Грибы готовы. Достаем наше охлажденное тесто из холодильника. Подсыпаем стол мукой. И аккуратно раскатываем тесто. Раскатываем его на размер нашей формы. У меня форма 30 см в диаметре, плюс высота бортиков. Не спешим. Периодически, если надо, скалку тоже подпыляем мукой. Примерим размер. Отлично! И чтобы аккуратно перенести тесто на нашу форму, воспользуемся скалкой. Так, аккуратно, чтобы не порвать, не спешим. И переносим тесто на форму. Укладываем его, прорабатываем наши все бортики. Чтобы убрать лишнее тесто, можно прокатать аккуратно скалкой по бортикам. Тесто осталось совсем немного. Делаем из него какую-нибудь корзиночку. Убираем форму с тестом в холодильник минут на 30.
30 минут прошли. Накалываем тесто вилкой. Берем пергаментную бумагу, сминаем ее для удобства. И нам надо утяжелитель. Я использую два вида фасоли. Высыпаем нашу фасоль и аккуратно распределяем ее по форме, чтобы прилегала и к бортикам. Ставим в духовку на 20 минут при 180 градусах. Двадцать минут прошли. Аккуратно убираем утяжелитель. И сейчас можно выкладывать начинку. Но я люблю корж более пропеченный, нижний. Поэтому я возвращаю его в духовку еще на 15 минут. 15 минут прошли. И выкладываем начинку. Сначала аккуратно, равномерно распределяем грибы с луком. Теперь курицу. Добавляем сыр, тоже равномерно его распределяем по всему пирогу. Займемся заливкой. Нам понадобится яйца 4 штуки. Немного взбиваем их венчиком, добавляем щепотку соли, 1 треть чайной ложечки перца, можете добавить побольше, если любите. И здесь очень хорошо играет мускатный орех, 1 треть чайной ложечки. Сливки. Сливки нам понадобятся жирностью от 20%, 250 мл. Все перемешиваем и аккуратно заливаем наш пирог. Если заливку вы приготовили заранее, то перед тем, как выливать ее в пирог, хорошо взболтайте. Украшаем грибочками, можно выложить произвольно. Выпекаем пирог при 180 градусах 30 минут. Достаем пирог из духовки и даем ему остыть. Какая красота! Сочная и вкусная начинка, румяная сырная корочка и потрясающий вкус. Подаем пирог в теплом или холодном виде. Порадуйте своих родных и близких, приготовьте этот пирог. Рецепт киша с курицей и грибами очень простой и легкий и всегда выручает. Это беспроигрышный вариант для праздничного стола. Друзья, а с какими начинками пироги любите вы? Пишите в комментариях. Очень хочется попробовать. Очень вкусный пирог. Смотрите, тесто отлично пропеклось. Друзья, спасибо за подписку на мой канал. Ваши лайки и комментарии. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!